Специально контактный режим. А что ты включил? У меня за что? Приглашение пропало. Хей, йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием GTA 5. Нас ждет сегодня прекрасный скилл-тест, который подобрал товарищ Антон. Со мной сегодня Антоша, Андрюша, Артём. 3А, в общем-то. Вот, мы ждем, когда они подключатся, и начнем жестко играть. Скилл-тест легкий, потому что Артём сложный. И такое решение было принято уже не впервые. Скилл-тест 74% прохождения. 73. Артём, если ты не пройдешь, мне будет стыдно за тебя. Согласен. Хороший байт. Мы тебя ждем. Сейчас иду. Так. А чё за гонка? По каким местам она будет ехать, машина-то? А чё, машины какие-то слишком странные, ну ладно. А то, что они наклонены, это нормально не переживается. Ну, возьму... Какая самая большая? Какая самая быстрая? Нельзя одинаково. По-моему, Кригер. Здесь люди прямо Кригер и ничего нормального нет. А чё их так много-то, блядь? А вот эту возьму, нормально. Так, цвет. Я взял свою же. Мне Игнус нравится. Они примерно по скорости все одинаковые, по-моему, если мне не изменяет. О, стоп, а что сейчас, гонка обычная или скилл-тест? Скилл-тест? Полу-скилл-тест, полу-гонка. А, понял. Так в серии, гибрид. серию назову. Гибрид. Надо было Вагнер брать, чё ты втыкал. Блядь, зимой тачки еще. А чё, будем ждать друг друга или каждый это? Ну, смотря когда начнется скилл-тест. Тут нас пока просто кругом по району пускают. Подталкиваю. Ой-ой-ой. Тормозов нет. Склон, никто не поворачивает склон. Надо было реально Вагнер брать. Ой-ой-ой, развернул. Хватит пихаться. Согласен. Кто первый? Ой, блядь. Блядь, я взял не тот угол. Ой. Я просто утонул. Тяжело, пальцы путаются, потому что в скилл-тесты мы очень редко играем. Да что такое? Почему такая рандомная? Он очень длинный, но он типа... Он легкий. Широкий, слышишь? Он широкий, да, и он легкий, я бы не сказал. А что, ждем или нет? Я вроде прошу. Да не-не, поехали. Там ждем. Просто еще Артём только до отсюда, до начала доехал. Погнали в обратную сторону. Да я не могу вообще. Они не будут. Рома, урежемся, когда он будет ехать. Я бомбану сразу на вас. Что-то у меня не получается вообще, скилл-тесты не идут. Я, короче, просто нажал В и практически так пошел. А меня вниз скидывает, я когда В жму, надо поворачивать направо немного. Ну да, там. А я не успеваю, я от первого лица. Реверс лицо управляю. А ты от первого лица играл? Это... Как остановиться? На F зажать. Зажимаем. Здорово, Игнус. Здорово. Просто обрулил меня такое. Ну что-то как-то не получается у меня немного. Спасибо. А, кстати, от первого лица легче, по-моему, да. От первого лица легче такое, да, но у меня что-то не чувствую вообще я машину. Меня еще колбасит, капец там. Как запустить? F зажать. F зажимаем. Просто выше бери. Когда мне нужно, но выше брать не хочет. Да, выше бери, поверху едь. Только не слишком сильно вверх. Как ты, да, делать? Да, и просто там в центр, ближе к центру держись и на поворотах повыше чуть-чуть бери. Потому что когда начинается спираль, она типа вниз. Я напрягся, я чувствую, как я напрягся слишком сильно, сука. У меня вена от напряга может на лбу лопнуть, не надо. А все не бомби, тут один единственный элемент вот этот. Давай. Просто зачисься. Блять. Я бомблю. Тут нечего бомбить. Тут нечего, правда, я согласен, тут ничего сложного. Спасибо. Я хотел так въебаться сильно. Мне же сейчас для полного-то счастья именно того, что ты в меня въехал, не хватало. Въехал, ха-ха. От первого лица вообще изи проходится. Все, я взял чекпоинт. Ты не заедешь, тебе надо на бустах ускоряться. Че, ребята, жду серьезно, вас. Серьезно, что ли, ай? Ну ты самая легкая, Артём, ёпта.
Уже легче не будет. Почти. Ну это не почти, Артём, там еще одна такая же скоро. Давай, ты смотри. Тут дальше еще что-то интересное. Куда там Рома полетел? А, дальше там просто развилка. Походу. А, да. Обратно ехать ты стебешься. Но ты угораешь. Реально? А, обратно ехать, да. Че, давайте он подождем оленя. Вот, кстати, да, обратно ехать. Слушай, сюда. Прикольно, вот обратно ехать вообще легко. Только меня заносит жестко почему-то, слишком. Но я приехал. Как там получается? Ебать, впервые такая хуйня, что я вылетел с Full Ride. А, второй круг? Тут два круга, серьезно? Угу. А что, может, другой запустим? Да не, давай это допройдем тогда уж и второй запустим. Два скилл-теста в серию, я думаю, вообще нормально. Теперь ты не выдержал. Начало не выдержал. Не, это прикольный элемент, мне понравился. Когда едешь, прикольно так. Вы что, уже на втором кругу, ребят? Нет. Я нет еще. А есть еще что-то проще, чтобы Артём прям поиграл? А я, короче, ебанат. А как ты это понял, Антош? А я упал с фуллрайда, подобрал чекпоинт и поехал обратно на фуллрайд. Правильно, так и надо. Это задумано разработчиком. Я только по конец фуллрайда понял, что... Я с первого раза начал проходить. Артём, попробуй еще пару раз, она легкая. Я уже с первого раза ее прохожу спокойно. От первого лица попробую заехать. Это очень просто. Но она прикольная, типа кольцевая. И специфическая очень. Очень просто. Она очень простая, да. Я не знаю, почему тут 74% рейсинга. А что это такое? Я вот лично от первого лица наоборот не могу. Мне наоборот легко от первого лица. Спасибо. Ну давай куда-нибудь перевернись уже, пойдем подберем чекпоинт. Да, блять, совет. В центре, говорит, есть. О, Артём прошел. Хорош, Артём. У тебя даже шансы на первое место нарисовываются. А нет, уже не нарисовываются. Моя первая победа в каком-то изи-скилл-тесте. Я горжусь собой, мальчики. Сейчас будет гонка, потому что в спасении душ утопающих и всех остальных мы приняли взрослое, обоснованное, конкретное решение взять и что-то легкое сделать. Это настолько легкое, что вам кроме W ничего нажимать не надо будет. Объясняю, что брать Асирис, если что называется машина, ее первая вам выкинет. Я понял. Автоматик гонка, тут уже настолько просто... Но автоматик гонки, они прикольные, но они нифига получаются. Если у Артёма не будет получаться, я представляю, что с ним будет. Вот у вас первый стоит Асирис, его сразу берете, подтвердить нажимаете. Да все, мы понимаем. Мы сделаем сейчас. Чем мы W нажимать не умеем. А тут победить. Если вы возьмете не Асирис, у вас не получится. Даже ставку не успел сделать, шизов. Бред. Давай. Мы сделаем это 100%. Прям в елку. Ты тут прям W жмешь и в елку въезжаешь, правильно? Верно. Или все-таки налево поворачивать надо? Псинки просто шоркайтесь, просто W жмете, когда понимаете, что псинку шоркайтесь. Вот с блицтом. Ой, с кайфом. Андрюша тоже с приколом, как я. Да, случайно.
Ну она прикольная, она прям такая. На банка перелетел, да? Это и кого? Да, серьезно? Я не понял, что там нужно делать просто. Просто дабл ее зажимай, ничего не трогай. Ну это понятно, это как, я так и зажал, еще дальше. Ну вот еще дальше я жму. Что-то я не понимаю. Блин, ты. Почему у меня все получается, у вас ничего не получается? Прикольный элемент, у меня тоже получается нормально. Я просто дабл ее жму. Блин, я не знаю. Нет, прикольно, слушай, она работает, нормально все с ней. Да-да-да, все нормально. Почему пишешь, что они в ту сторону едут? Это нормально. Окей. Ты просто W жми и катись. Воу, вот это прикольный элемент сейчас был. Мне понравился элемент с этими, с кольцами горящими. Банальными? Она, да. Именно с такими. Ай, 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 долбоёб! Сука. Я вылетел, прикинь, на скорости. По-тупому очень. Причем, походу, там... А я прям перед тобой вылетел, да? Да, да, да. Всё, ништяк, нормально. Второй круг опять. Блять. Ну слушай, она сильная, она прикольная. Гонка прям как гонка. Сильная гонка, прям как я. Ну не чуть надо. Проехал. Мне. Это что будет, если отжать? Ничего не будет. Я задом поехал. Да, вот Артём здесь и вылетел вместе со мной, кстати. Задом так задом, да. Далеко уехал. Да вообще пиздец. Кайф в твоих глазах просто сиял. Не, гонка прикольная, слушай. Ну, кстати, да. Я тебя просто снял. Чё говоришь? Да я просто застрял, меня банк уже поднял. Ну это типа самое простое, что можно было уже. Типа проще уже не будет. Да это прям классный элемент, мне нравится, как он выглядит. Еще другую сторону закинуть, так должно быть. Это уже неизвестно. Такое ощущение, что проблема типа не в скилл-тесте, а в Артеме, но я не знаю. У тебя, может, какой-то, типа, черный пояс по невезению? Можете пойти куда подальше. Чё, агришь? Черный пояс по черной жизни. Спасибо за победу опять. Прикольная гонка была. Очень прикольная, мне понравилось. Короче, следующую гонку, это сюрприз, который подготовил Антоша, не хочет распространяться никому. Я ничего не готовил. Это да пошел ты нахуй. Он ты не хотел говорить, что это будет. Артём, любишь драконов? Тут шутка про Шрека должна быть. Артём Шрек. Если что, я эту доиграю и пойду. В Майнкрафт, да? Не, я кушать пойду. А за, я заебал. Ты поел в Майнкрафт, в GTA 5 Майнкрафт поел. Наоборот. Там в конце Майнкрафт с едой надо переставить местами. Тачку не менять? Я не менял. Я тоже не менял. Да попу, тут какого хотят тебе бить? Драгон... что-то там, что-то там. Хочу, чтобы в комментариях мой Игнус оценили. Либо обосрали, либо типа что-то хорошее написали. Все, поехали. О, ну, кстати, прикольно вроде. Она прикольная должна быть и несложная. Блядь. Не то, что на этих прыгучих машинах ваших. Пока. Тормоз же для слабаков и трусов. Но мне тачка вообще не тормозит. Нет, если тачка хорошо тормозит, то можно списать на то, что какая тачка такой хозяин, либо же наоборот. Вот. Че, опять два круга? Угу. Слушай, прикольно. А, что, блядь?
Ну тут по таймингам чисто. Да почему я врезался, я приехал, меня ударило. Не бывает. Ты, главное, сильно по этому поводу не переживай. Ну, может, и из-за меня. Кто это знает? Может, я читак. Мне не нравится это. У тебя пинки, у меня картинка с тебя пинганула. Зарасинхронилась. С кайфом вообще. Проебал первое место в этой гонке сейчас. И второе тоже, кстати. Блять. Ой, развернулся. Во-во-во, хорошие элементы пошли. Прикольные. Так, стоп, чё? А. Белочка для дураков показ. Меня опять растащило на этом... Как это, дуге? Бедный трубе, Артём, я, господи. Да, в трубе. Что ему предстоит? А я его взял, что ли? А, ну это бред тогда. Я думал, сейчас надо переживать. Во, вот этот элемент прикольный должен быть. Так прикольно с Челяда лечу, кстати, ребят. Подписку на канал оформляем. Да блять-то нахуй. Наоборот, боялся вправо вылететь в итоге. Да что ж такое-то? Ну, кстати, мат остановит только тогда, когда он еще запретят мат. И то не факт, что я буду стримить что этот период. Как это делать вопрос, а? Чё говоришь? Что делать? Мион замедляется, не хочешь поворачиваться вообще. Да никак. Блин, а. Ну дурачка же вообще. То есть нужно налево повернуть, но он просто не поворачивает. Так ты притормози. Ну ты прикол, когда я торможу, он все потом дальше ехать не хочет. Вот все, наконец-то. Нет, нет. В жопу все это, все надоело. Что за элементик? О, на платформу приземлиться тоже прикольно. У вас сколько по времени круг? 10. 3-9. Так у всех одинаково. Ну нет. А, круг, все понял. Меня сейчас скажу. Михаил? 3.20. Не, прикольная, прикольная гонка. А где круг-то уже будет? Артём, ты вышел? Угу. Дальше какие планы? Никаких. Играть будешь? Абсолютно, типа, никаких. Все, прерву жизнь, типа, на какой-то период. Угу. Вот это шикарно пошел. Нет, подожди, поиграть пойдешь дальше куда-нибудь? Куда? CSGO. Если мне разбан дали. Второй круг только 4. Я на минуту от вас дальше. Ну это шикарный скилл-тест этот вот. В плане даже не скилла, даже гонки. Нет, там есть такой момент, где Артём скилл не показал и все. Тут wallride вообще, типа, ты просто за него заезжаешь и W жмешь чуть влево. Эх. Ну это типа не скилл, но... Вы не это, не занимайте финиш, я хочу проехать до конца с вами. Хорошо, займу. Я пока дерби устроим. Мне нравится, прикольная гонка. Рома. От души за первое место, ребят. Благодарен. Просто три гонки на первом месте занять, это классно. Кликбейтное название можно писать. Оно и не будет кликбейтным, потому что первые две я хорошо затащил. Ну, в общем-то, на этом-то спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании группа ВК, телеграм-канал, я их убавил. И в группа ВК, телеграм-канал, дискорд-сервер. Всем пока-пока.